прям чешмотки, смотри. Здоровые, да? О, вау. Это же на год ее хватит семье из 3 человек. Во, смотри, как я подплыла, смотри, вон она. Каннибалы. Она, кстати, ядовитая. Все сдохли. Да. 300 бат. О, 500 бат стоит. Вот, 500 бат. Что-то дорого. Что, идем, нет? Дядя, 500 бат. Это взрослый, детский, 300. С 9 до 18 работает. Hello, next photo, please. How many people? 3. 1,000 бат. 1000. 2 человека, 1000. Ну, мне кажется, не резиденты, они так знают. Вон, там же написано, взрослый билет 500, детский билет 300. Чайл. Так, здесь, Лёш, давай, на коленочку. Да, вот, видишь. Вот, до 90 сантиметров. Прокатишь? И бесплатно идет. Thank you. Thank you. And for me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Но он маленький. Вот, по стрелочкам для одной. Вот, тут уже рыбки пошли. Скаты уже, видишь, для одной. Шипохвосты. Фото 3D. На входе, видишь, все фотки. Типа... рыбу из воды. Ага. Рыбки. Вон еще. А, это белые. Ой, они здесь выплывают. Их, по-моему, здесь покормить можно. Ага. А, это вот так вот, да? О, видишь это? Погладить можно. Ага. Дядя, здесь по... Ну вон, видишь, она руку засунула. Пилим, хочешь? Пальцем. Он краб-карпки, да? Ротаны. Дайте динамику. Да, срочно, дайте. Сколько рыбы. Сеть не дайте, сеть. Дайте мне сеть. Да. Побольше. А там кто? Никого? Там никого. О, смотри. А. О, кормление. О, видишь, они прям в бутылочке пьют, да? Смотри, прям чешмотки, смотри. Прям причмоки. Пойдем. 52, да, стоит? 52. А он рыбу. Это что, покормить или кого-то? Вот, да, это рыбу. Вот. А, вот их. Видишь, смесь специально. А, это черепашку вот. А это черепашку, рыбка. А, это сзади. А где черепашка? А, вот стоит. Вот это черепашка. Куда ты пошел? Вон еще, видишь? Прям рыбой, да? Рыбкой, да. Прикольно. О, питон. С питоном. Сколько? 1 человек. На свой рубль 200 бат. Ага. С семьей. А одна персона 100 бат, если на, блин, свой. Если на, блин, ихний, это фото, то 200 бат. И в рамочке, да? О, да. Амазонские рыбки. Это не, блин, пираньи случайно. Не, никуда там ходить не надо, это прямо отсюда. О, это, кстати, О, какая ротанная, да? Прикольно. Вон, дядя, смотри, какие мелкие. Ой, смотри, какая красивая. Вон. Махонькая, но красивая. Сколько-нибудь 10 штучки давай. Пойдем. А вот здесь всевозможные мелкие. А это вот те как раз здоровые, да? И скат здоровый. Это вот те, которых мы кормили, помнишь? Еще скат огромный где-то плавает. Интересно, вес какой? Около 200 килограмм. Мне кажется, больше. Килограмм 500. Ты посмотри глаза какие. О, ротанчик какой-то. Здесь не подписано. Карпик, да. Не подписано? Во, смотри, как я подплыла, смотри, вон она. Ты фотоспышку выключил? Она как будто не настоящая. Причем это не увеличительное стекло, это они реальные их размерчики. Пацаны, это у нас кто? Вас как зовут? Грин Кромис. Грин Кромис. Потом, о, смотри, вот это вот. Крылатая. Крылатая, видишь какая? Она, кстати, ядовитая. Да. Видишь? Это шипы ядовитые. Это что тебе океанариум? Примерно такой же океанариум в Бангкоке. Ничем не меняет. Побольше, да. Да, чуть побольше. Вон тоже скаты. Пожалуйста, воздержитесь от использования вспышки для фотосъемки для хорошего здоровья водных животных. Для хорошего здоровья водных животных. Они просто им это вредно. О, вот это красиво. Смотри, о, зевнуло. Ладно, пойдем дальше. Но мы не торопимся, время не ограничено. Кто такие? Здесь тоже. Красивее. О, а здесь у нас... О, здесь вот типа вот эти вот иглы. Гребешки. Да? Или коньки. Типа. Нет, это не коньки. Ну, вон какие-то эти вот. Ну, вон написано. Маленькие змеи, вот они. Угу. Типа маленьких мурена, вон, видишь, там они все. Да, мурены. А вот это как раз гребешки, видишь, они все облепили. Это мидия. Ну, кстати, что там написано? Ribbon Ale, Male Family. То есть мальчик, девочка. Джугнил. Ребенок типа. Хрен, наверное. А, вот смотри, вон там его все сигары. Знаешь, прям миник. О, вот каменная рыба. Это каменная рыба, точно знаю. Вот. Видишь, она под камень? Надо. Не отличить. Ага, а вот смотри какая. А у краба. Прикольно. Не трогай, не надо. О, это вот, кстати, в Бангкоке вот один в один тоже такая же есть. Вот живой, да. Это, кстати, по-моему, камчатский, нет? Ну какой здоровый. Нет? Японский краб. Японский? Тоже не маленький. Вот тут есть еще пожиратель. Но у него клешни же такой сунул. Да, мясо. И вот тут вот это брюк чуть-чуть. Ну слушай, ну вот это вот типа самый, который был большой. Видишь, 1,8 метра в размахе. Помнишь? Из русалочки. А, да. Из русалочки это. Да. Не флаундер, а, блин, как его? Еще один. Как Башистого, блин. Как в русалочке звали? Этого, рака-то звали. Симбад. Нет. На С как-то. Блин. А, кто помнит, говорите. Ай. Себастьян. Да, точно. Себастьян. Только он, кстати, по-моему, не в ракушке был. Он был в ракушке тоже. Только в красный. Да? Он еще рыбный. Так это вот мы с той стороны видели. Да. Вот еще. Вот даже какие. О, а вот это как раз это. Спасите Нео. Немо. Немо. Да, это вот Немо. Который, блин, это. Да. По-моему, как-то морской попугай или что-то такое называется. Кстати, дядь Леш, вон, смотри. Освободите Немо. А здесь вот эти живые кораллы. Живые кораллы. Живые? Жара? А вот это вот там мы с той стороны шли. Рыбки. О, как красиво. Нет, маленькие. Вон акула. Акула, вон акула. И вот это чипоту нет. Посмотри, смотри, жрет. Какую-то рыбину уже сожрали. Это корм. Да? Из рыбы? Там чешуя на этом корме. Ничего. Вот сейчас для блин черепашки корм. Ничего. Каннибалы. Да, скат, смотри, совсем. И он белый, смотри, какой лежит. Здоровый. Вон эти скаты. Видишь, они за ним косяком. А он их как бы защищает. Они под ним это делают. Никто их не трогает. Это не наша вода? Это наша, да, и там. Нет, вон моя. Вперед. Ну, у нас свое фото. Спасибо. Здесь галдели, получается, не эти. О, смотри, какая акула. Вон, пятнистая. Это акула. Длинный какой хвост. Это, по-моему, скат какой-то. Электрический шнур. Че, все, что ли? На голове. Че, все, что ли? Не знаю. А это вот уже золотые рыбки считаются. Сувениры. О, короче, здесь пит-стоп был. О, смотри, какая. Это, по-моему, акула-нянька. Если я не ошибаюсь. Акула-нянька? Да. Она в смысле это? А смотри, как здоровая, бля. Маленький акула. Блин, вот рука, вот смотри. Маленькая акула. Вижу. Это акула-нянька была. Вот тоже акула. За несколько детишек. Нет. Там что-то такое, не помню. Вот это, кстати, уже плотоядное. А та планктоном питается. Во, дядь Леш, смотри, какая рыбка. Во, рука. По сравнению с этой рыбкой. Охренеть, да? Типа самолет. Это же на год ее хватит семье из 3 человек. Нет, там кишков больше. Там кишков больше. Кишков больше? А, он, видишь, здесь сделан как будто заброшенный корабль такой, видишь? Да, опять акул. О, смотри, о, проплывает, вон, какая здоровая. Да. А он рапан. Трое жабр. Рапан тот самый. Вон тоже, смотри. Какая лошадь. Маленькая, у нее килограмм 50. Угу. Скат, кстати, здесь тоже. Здесь скатов нету чего-то. Угу. Прикольно. Вот они по всей этой мамы. А это, случай, не тунец, но нет? Нет. Больно похоже. Он, видишь, косяк поплыл, видишь, сверху. Кто-то писал. Где? О, маленький, гляди. Видишь, прячься, маленький. Прячься от больших. Угу. А то их съедят, даже не заметят. Чтобы не скушали. Все, устало плавать, он легла. А, отдыхай. У них тут, да, разворот. Да, ну. Здесь более-менее где-то. Те самые омары, да. Подожди, а вот с этими большими, вон тут еще рыбки какие-то. А, вот это мурена как конкретно. Это маленькая. Вон, видишь, нарисовано? А, тут большие есть. Мурей. А где морда? Да, вон морда. Вон там где-то, да? Вот тебе морда, да? О, смотри, какая классная, да? Вон, видишь? Креветка, креветка. Лангуст. Креветка. Лангуст это. Угу. Лобстер. Скуни лобстер. Это лобстер. Лобстер вообще. Вот, смотри, тоже, смотри, вон какая морда. Смотри. Испугался. Че? Давай, смотри. Вон тоже, смотри, какая классная. Я тебе говорю, если где-то тунцы есть, только они такие. Здесь, знаешь, не хуже, такие, чем в Бангкоке. Серебристые такие. Ты говоришь, здесь не хуже, чем в Бангкоке. И доехать можно. Только прям маленький он, вот что. Ну, и такой же. Больше. Ой. Сундук. Мертвеца. Мертвеца. Тоже. Старая пушка. И тут бутылка рома, да. А это, видишь, как будто корабль разломанный. Да? Там реально золото? Золотые слитки? Ага. Типа. Прикольно. Типа золото. А этот, видишь, разломленный корабль, вот он, рапан. Охуеть. Рыбка-то это. Дядя, смотри. Вот она, да. Это рыба. Фига себе, бля. Вот у нее килограмм, да, я 300. Ты пожарь, нам на гриль. Вообще. Какой гриль? Ни одного гриля не хватит. Дядь Леш, иди посмотри. Жесть вообще. Ого. А он еще такая же, вон, видишь? Ага. Только меньше. Вот от здоровых. Да, вот те, которые мы видели. Гриль. Видишь? Охренеть, да? А ты руку приложи, вот. Вот. Длинная, да? Вон, сверху, смотри. Снизу, точнее. А вот скат. О, дядя Лёш, смотри, какой скат. Охренеть. О, а тут вон, смотри, кормление, дядя Лёш. Дядя Лёш. Гляди, кормит. Кормит рыб. Ну-ка. Он мне, видишь, это жрать уже будет. Да. Это, кстати, стерлядь. Стерлядь, да. Стерлядь. Видишь, надо, не надо. О, он стерлядь наш, видишь? Весь стерлядь. О, видишь, кормление. А это шоу, может, какое-то? Нет, кормят рыбу. Потому что, помнишь, в Бангкоке там было прям шоу? Не, не то. А, о, видел, как она? Он отпускает, да? Да, видишь. Это он кормит или это шоу? Это он большой кормит. Ага. Просто кормит, видишь. Да. А это он маленький, видишь? Это такой же вырастет лошадь. Это просто малек. О, смотри. Жесть. Опа. Жесть. Раз по башке, да? Смотри. Раз, да? Но вон те маленькие вырастут вот таких лошадей. Все, залипли. Что-то они мало жрут. Какая? Фига еще сомик, бля. Махонький. Маленький. Корма. А тут мелкие, видишь? Он хочет больших покормить. А тут мелкие, да. Вон те сомик, тут тоже лезут. Наглые. А он трясет, может, это, чтобы у них эффект сохранялся, типа как это... Охотский, эффект охотника. Скат приходит. Слышите, снизу такая морда. Оп, и полез дальше. О, смотри, красиво. Как коврик. Маленький. Он сейчас отпустит это? Давай, съешьте этого. Скат мешается. Скат мешается. Съешьте водолаза. А водолаза не сам труд. Они, кстати, его даже вообще не воспринимают как корм. Да, что его воспринимают? Он слишком большой корм. Он практически как они. Ну вот, кстати, вот можно размер оценить на фоне этого. На фоне людей. Людей и тайцев, да. Лишь бы скат не этот цапнул. Там мало не покажется. Он такой, дай покушать, дай. Он, видишь, терлят покормит. Опять тут раз. Ой, нет. Стелится опять. Он над тобой теперь. Ага. Проверяем вообще. Они, видать, время выучили, когда их кормят. Да, как собачка Павлова. Ну. Вот еще одна такая же. Вон, смотри, как он ее кормит. Раз, раз. Смотри, резко. У нее несколько сразу дает, она ест. А это такая, что он такой. А эти, видишь, кидают они. Тяп, тяп. Только маленькая. Так это загородило. Сначала это корм такого, потом это оставим, чтобы они запнули. А там, походу, живые у него рыбы-то. Что он одну взял, и она чуть не уплыла. Смотри, раз, раз. И все. Раз. А где большая-то белая уплыла? Она уплыла, все. Все, она пообедала, он, смотри, раз, тоже. Сюда. Ать, ать, смотри, сейчас, раз, расхватает. Оп, 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 оп. О, смотри, смотри, живая, живая, борется за жизнь. Ну, она полудохлая. О, смотри, смотри, сейчас это подцепит. Он ей прям в рот сует. Прям в рот, да. У нее там ведро целое. Сеточки там, видишь? Ага. Вон черная такое. Здоровая. Ага. Черная. О, рапан, видишь? Ну, хрен за рапан, не рапан. О, вау. Видел? Вау. Рыбка маленькая. Ага. Это которая там в темноте была. Да, да. Они все резко так подорвали. Ты лишь фоткай, как их кормят. Оп. Лям. Большая пятка, когда я это ага, вон, смотри, он прям сюда плывет. Смотри, он сейчас кинет, и она как-то цепанет. Он это он пытается кормить, хочет. Угу. Это ждет. О, смотри, раз, смотри, как нормально. Мне кажется, если он руку немножко не уберет, она вместе с рукой тяпнет. А он снизу, видишь, рыба это не доедет. Часы у него классные, видишь? На руке. Водные, наверное. Часы, видишь? А, акула, видишь? Корм. А хай хоп тит, хай хоп, видишь, он как опускает, да? А вон там, видишь, это фото, видишь, он стоит. О, там медузы. А здесь, видишь, за счет зеркал создано ощущение, как будто вот их здесь много, этих колб. А на самом деле тут штуки 4 или 5, или 6. Считай, их сейчас не блин видно, видишь, они тут нафоткали вспышкой. Все сдохли, да. Вон там видно, а здесь не видно, они нафоткали. Вообще. Они спрятались, испугались. За счет зеркал, на самом деле, получилось как будто... Как будто их дофига. Да, на самом деле, все раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, да. 6 колб. 6, да. Выход дальше. Это уже все. И наверх. Ну, походу, да. Да. Ага. Ну все, закуп... блин, жалко. Типа покупки, жральные. А, вон, видишь, это как Рафан и прочее. Хрень. Да. Типа как вот находили древних. А в Бангкоке там еще есть эти... Там котики морские, там большие черепахи, еще эти пингвины, всякие разные виды.